Это завод «Витязь». Сейчас он правильно называется ОАО МК «Витязь». Машиностроительная компания. В свое время был один из крупных заводов в России, СССР, не знаю как там. Вот такие вот штуки выпускал. Создателем двухзведных транспортеров «Витязь». Болотоход, да? Да. По болотам он бегает. Пока китайцы не вошли на рынок российский и не стали выпускать более дешевые болотоходы, этот завод был, ох, какой богатый. Такие вот болотоходы. Ты здесь? А что ты там делаешь? Ты вон посмотри, какие колеса резиновые. А гусеницы-то тоже резиновые. Вот это вот резина. Вот резина. А это уже металл. И резина к металлу вот так вот прикручена. Поэтому он по болотам и может бегать, что он такой не особо тяжелый. И такие вот прицепы. Вот такие вот болотоходы-то были. Сейчас он там работает вроде кто-то. Зато как он выглядит, этот завод. Вон, сколько пустующих там помещений. Можно было бы такое производство наладить. Вот такие вот они машинки. Завод «Витязь». Я тебя снимаю. А что ты можешь рассказать про этот болотоход? А? Ну, а ты расскажи, где ты хоть сидишь-то? Я сижу под болотоходом. А что он делает-то, болотоход? Ну, катается по болотам и все. И все? А кого он катает? Солдатов. Солдатов? Конечно. А зачем? А я думал, исследователей, геологов, полярников. Чтобы убить плохих, думаю. Кого плохих? Французов. Французы? А почему французы плохие? Потому что они хотели попасть в Россию, а им своего города было мало. Ну это древние французы хотели напасть, а... Молодые французы-то, они уже не хотят нападать. Они наоборот хотят, чтобы их завоевали. Зачем они? А я откуда знаю? И справились. Другой склад ума у них стал. Ладно, поехали дальше, а то время идет-то. Там слезешь? Ну работает вон сколько народу-то, машин стоит сколько там, а? А вон и коровы даже ходят по стоянке. Интересно, машины царапают они, нет? Поехали, иди садись в машинку.